и все-таки удачным оказался год прошедший. Особенно вторая его половина. Прямо-таки фейерверк замечательных машинок мы обрушили на вас. И не безрезультатно. Но новогодние праздники – это еще и подарки. И в данном случае от Жемир Мага. Что на Ленина 95Б. Эта акция действует до 31 декабря. И у вас есть еще возможность при покупке Chevrolet Epic или Opel Vectra получить в подарок комплект зимней резины. А если ваш выбор пал на Chevrolet Aveo, вариант хэтчбек, то вас порадует подарочным сертификатом на 10 тысяч рублей. Мы же для себя открыли подарок о четырех колесах. Полноприводный, настоящий американский Chevrolet Trailblazer. Я в Америке, в родной, любимой Америке, которая заботится в данном случае о пассажире. Не напоминаю, что ему тоже не мешало пристегнуться. И опять, yes. Не так часто в городе Магнитогорске встретишь в продаже настоящего американца. Успокойтесь, пожалуйста, любители кукурузеров и прадиков. Ваш автомобиль – это тоже американский автомобиль. Так же, как и Geländewagen и Mercedes M-классы, и BMW 5 серии, X5 имеется в виду. Потому что, ну, любят америкосы нормальные, настоящие автомобили, громадные и вкусные. А под капотом этого вкусного автомобиля от торгового дома Жемир Маг, между прочим, мои любимые 4.2. Правда, в рядном исполнении и 295 кобыл. И этот двигатель Vortec позволяет себе многое. Катиться на настоящем джипе Chevrolet Blazer. Blazer. Вроде бы казалось легкий костюмчик, но как плотно и как серьезно сидит. И застегивается на все пуговицы. И в каждой пуговице у него множество функций. Например, пуговица, которая расположена под моим сиденьем. Это управление, скажем так, сервомоторами водительского сиденья. Как только я останавливаюсь и открываю дверь, сиденье на парковку тоже уезжает. Ну как может быть американец не фарширован до мозга костей? DVD-проигрыватель – это раз. Полный климат-контроль – это два. Много места – это три. Проходимость – это, разумеется, 4. И рама – это, разумеется, 5. Я насчитал две подушки безопасности, но они установлены в отдельных модулях. Если вам внезапно захочется кого-то пободать, и не дай бог, конечно, если подушки выскочат, то пункт А, рама спасет вас от больших неприятностей, пункт Б, модуль можно легко поменять. Сколько стоит машинка? Машинка от торгового дома Жемир Маг, что на перекрестке улиц Советской Армии и проспекта Ленина. Машинка стоит, ну, сущие копейки для такой богатой комплектации, всего 49 300. И это настоящий америкос. Ну, кто-то может сказать, что джипы, они несколько прожорливые. Да, они прожорливые, но это же джипы. Джипы для удовлетворения ваших всех амбиций. А на асфальте, благодаря совершенной конструкции с шасси, Trailblazer по управляемости не уступает седану. Колеса передней оси имеют независимую подвеску с двумя А-образными рычагами и стойкой MacPherson. В конструкции задней подвески специалисты Chevrolet используют неразрезную балку с четырьмя продольными рычагами. Патентованная система AutoTrack 4x4 представляет собой управляемую компьютером раздаточную коробку. Она может быть активизирована простым поворотом ручки селектора, когда вам необходима максимальная тяга. А она вам будет необходима, особенно на вот таких уральских просторчиках. We'll be right back.